Сумма материального ущерба от урагана Харви может составить 160 миллиардов американских долларов или примерно 1% ВВП США, пишет газета USA Today. В частности, аналитики издания предрекают наиболее серьезные последствия для экономики Техаса. Там стихийное бедствие окажет влияние на рынок труда, бизнес и доходы компаний. Кроме того, по мнению американских властей, разрушения от урагана Харви могут быть масштабнее, чем после Катрины в 2005 году и тропического циклона Сэнди в 2012 вместе взятых. На этот раз непогода стала причиной гибели по меньшей мере 30 человек. Более 13 тысяч были спасены в ходе наводнений, охвативших обширные районы Техаса. Еще 30 тысяч жителей пострадавших населенных пунктов сейчас находятся во временных убежищах.